собрались сильнейшие молодые гонщики именно того возраста, который зафиксирован в положении спартакиаде. К сожалению, рамки очень узкие, и некоторые талантливые гонщики, которые на год или два младше, или на год там два старше, они сюда не смогли попасть именно из-за возрастных ограничений. Мы рады вас видеть в Санкт-Петербурге. Действительно, это историческое событие. Впервые в олимпийских классах здесь, причем во всех олимпийских классах, здесь будет проходить спартакиада. Как вы уже знаете, будет две дистанции, огромная толпа судей, которая будет смотреть за вами и помогать вам для того, чтобы вы не нарушали правила. Я вас призываю к тому, чтобы вы все соблюдали правила. Главное вам хорошего настроения и удачи. Спасибо! Каждая Эквадория для нас так или иначе новая, потому что не бывает одних и тех же погодных условий, течений, плюс ко всему климат меняется, и всем приходится привыкать к чему-то новому, и каждый старт он новый, отдельный. Будем соперничать со всеми, я не знаю, просто давно уже на таких соревнованиях российских не гонялась, поэтому нужно узнать уровень своих соперниц и рассчитывать на всякое. Тренер всегда ставит задачи победить, а то, как там пойдет, еще неизвестно вообще. Все по-разному бывает. Я думаю, борьба будет интересной, потому что на регату обещают слабые ветра.